И последнее. Якутия, находясь в глубоком тылу, не оставалась в стороне от событий Великой Отечественной войны. С полей сражений не вернулось около 33 тысяч якутян. Был в республике и трудовой фронт. В семье ветерана Анфисы Платоновой были те, кто воевал, и те, кто трудился в тылу во благо Великой Победы. Эфир нашей программы продолжит рубрика «Мы помним», а я на этом с вами прощаюсь. Следите за новостями на интернет-портале nvk-defisonline.ru. До встречи. Статистику Великой Отечественной сухой назвать трудно. За каждой цифрой кровь, пот и слезы. Численность населения СССР на 1 января 1941 года составляла около 198 миллионов человек. Мобилизован был каждый пятый. Погиб и пропал без вести каждый десятый из общей численности населения страны. То есть каждый второй, кто надел шинель, домой не вернулся. Расстрелянное поколение, так их назвали после войны. Среди них Михаил Павлов, дядя Анфисы Ивановны со стороны матери, уроженец Хангаласского района. В 19 лет был призван на фронт. Погиб в Германии в апреле 45-го. Не дожил до победы всего 20 дней. Ему было 19 лет. Он не успел ни жениться, учился в Якутске. И самое трогательное было, мама рассказывала, так он прощался с ними и шел спиной вперед. И моя бедная мама все время ждала от него весточку. Только потом я нашла в книге памяти, ну вот совсем вот в 2000-х годах, что он геройски погиб, похоронен в городе Манау. Это Германия. В суровые годы войны геологи, слесари, агрономы, инженеры служили наводчиками, снайперами, саперами и связистами. Гаврил Платонов, дядя Анфисы Ивановны со стороны отца, учитель из села Иланка Хангаласского района, стал разведчиком. Самой высокой наградой его является орден славы третьей степени. За участие в ожесточенных боях под Сталинградом Гаврил Дмитриевич был награжден медалью за оборону Сталинграда. Отец Анфисы Платоновой Иван Дмитриевич тоже ушел на фронт, но не на военный. Более 3000 человек были призваны военкоматами республики на трудовой фронт. Иван Платонов работал на лесоповале, заготавливал лес для плотов. Вот мои родители. Они награждены за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Спустя 70 лет, 9 мая, родственники Анфисы Платоновой, ковавшие победы на фронте и в глубоком тылу, снова встали в строй. Они прошли в рядах 18-тысячного бессмертного полка Якутии, как пример самоотверженного, боевого и трудового подвига во имя Великой Победы. Сергей Алексеев, Василий Соловьев, Владимир Борисов, НВК Саха, Якутск.